Добрейшего дня, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Наконец-то давно обещанный ролик про посевные. Начну его с анекдота. Начало 20 века, едет поезд из Москвы в Санкт-Петербург. Господа со скучающим видом стоят в проходе вагона и смотрят на пейзаж. И вдруг видят пашня, по пашне идет босоногий мужик с бородой в дерюге под поясной веревочкой за плугом и перепахивает. Все начинают перешептывать: смотрите, это граф Толстой, это граф Толстой. И тут выходит проводник, меланхолично мешает ложечкой в чашке, в подстаканнике чай, и говорит: нет, господа, это Бунин. Граф Толстой выходит к вечернему экспрессу. Вот. А теперь, собственно говоря, вот это вот. Мне предстоит сейчас перепахивать. Давно не брал лопату в руки, потому что в Москве любимый теща купил мотокультиватор, чтобы перепахивать. Мы страшные огородники, любим все это дело. Вот, а это уже там Эдик что-то перекопал. Ну и вот это вот все мне сегодня предстоит перелопатить. Семена я уже купил в Минарсе, об этом был уже снят ролик. Вот. Ну и, соответственно, если вам интересно следить за моими посевными, оставайтесь со мной на канале, следите за развитием событий, принимай заявки. Для тех, кто не в курсе, продолжается конкурс «Выиграй свою электронную сигарету». Ну и, естественно, если вам нравятся мои ролики, ставьте лайки, рассылайте в социальные сети. Мне сейчас нужна ваша помощь по привлечению новых подписчиков для развития канала. Ну и принимай заявки. Удачи и счастливого дня!